эфире 7-го новости. И как всегда в это время мы подводим информационные итоги дня. В студии для вас работает Олесь Татар. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Для борьбы со стихией в Одесской области создали оперативный штаб. Все, что стосуется жизнедеятельности нашей области, она будет обеспечена в полном объеме. В связи с ухудшением погодных условий повысилась аварийность на дорогах. Как правильно подготовить свой автомобиль и как выйти из снежного заноса, если вы в него попали, покажет наш эксперимент. В Преображенском парке волонтеры открыли пункт обогрева. Ну, то есть 200 человек уже прошло. А теперь об этих и других событиях более подробно. Троих жителей области, подозреваемых в убийстве, задержала сегодня утром одесская полиция. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник областного управления Дмитрий Головин, злоумышленники планировали ограбить одну из стройплощадок. Пожилой охранник попытался им помешать, и преступники забили его насмерть. По горячим следам работники Шевченковского отдела полиции задержали подозреваемых. В результате сегодняшней непогоды как минимум 26 человек обратились в медпункты с уличным травматизмом. По предварительной информации обошлось без госпитализации. А вот с патрульной полицией Одессы к 6 вечера зафиксировали сразу 57 ДТП с механическими повреждениями. И хотелось бы обратить внимание сразу водителей на то, чтобы не оставляли, не бросали транспортные средства, понимая то, что будет работать техника по зачистке улиц от снега. Парковка машин должна быть там, где не будет помех. По информации Горсовета, движение горэлектротранспорта по большей части маршрутов восстановлено. Ограничения действуют лишь для трамваев номер 20 и 27. И хотя снегопад к вечеру практически прекратился, синоптики говорят, штормовое предупреждение будет действовать как минимум до среды. Автомобилистам стоит быть внимательнее, ведь на дорогах появится гололед, предупреждают в гидрометцентре. Но завтра приходит потепление с новым циклоном, точнее с его передней частью. Это все будет подтаивать, то, что мы сегодня, так как температура ожидается около 4-6 градусов тепла. И затем завтра уже ближе ко второй половине дня, к вечеру, на Одесскую область выходит циклон. Уже полноценный, с осадками, с дождя, переходящим в снег. С приходом циклона порывы ветра увеличатся до 20-24 метров в секунду. С 8 вечера снят запрет на движение крупногабаритного транспорта по дорогам региона. Об этом сообщили в службе автомобильных дорог. Напомню, из-за непогоды ограничения действовали на участках трассы из Одессы на Киев, Мелитополь, Рени, Кучерганы, Черноморск, Южный и Белгород-Днестровский. Какие еще меры принимаются в Одесской области для борьбы со стихией, смотрите далее. Для обеспечения безопасного движения в городе с 2 часов дня в Одессу временно закрыли въезд для большегрузного и крупногабаритного транспорта. Также ограничили движение на трассах международного и национального значения. Следить за этим будут 60 постов контроля нацполиции, которые расположили на дорогах области. Тем временем снег убирает целый день, говорят в облавтодоре. На дорогах працює 87 одиниць техніки, 138 чоловік. Ну, це в основному працюють КДМ-ки. Комбінована дорожна машина, вона їде з швидкістю 40-50 км, швидко скидає сніг і за собою просипає піщано-солоні суміші. Также в області і городі увеличили число дежурних медбригад. 73 в Одесі і 112 в регіоні. Всі заклади оперативні в посиленому режимі. Є достатньо медикаментів, рахідних матеріалів для екстреної медичної допомоги. В случае понижения температуры до минус 10 градусов по Цельсию, в области готовятся развернуть 279 пунктов обогрева. При необходимости мы понимаем, каким чином мы додатково будем створювати эти пункты обогрева. Все, что касается жизнедеятельности нашей области, она будет обеспечена в полном обсязі. Для дальнейшего контроля за ситуацией в области создали специальный оперативный штаб, который возглавил Максим Степанов. Каждые 3 часа главы районных администраций и объединенных громад будут сообщать о борьбе со стихией. Еще одна новость в продолжении темы. Также снежные заносы немного откорректировали график работы Одесского аэропорта. Хотя сам аэровокзал работал в штатном режиме, несколько рейсов приземлились в других городах. Подробнее смотрите в сюжете Надежды Бондаренко.
Ухудшение погодных условий на работу Одесского аэропорта пока не повлияло. В пресс-службе отмечают, аэропорт работает в штатном режиме. Полосы расчищены и видимость пока нормальная, поэтому причин для отмены или задержек рейсов пока нет. Однако в районе 11 часов пилот одной из авиакомпаний уже отказался садиться в Одессе и был отправлен на запасной аэродром. Единый момент, який у нас зараз є, це те, що літак з Жулян, він був відправлений тимчасово на запасний аеродром. Але це не тому, що авіакомпанія відмовилася сама по собі, це через бічний вітер, тобто специфіка літака не дозволила сідати зараз. Не долетіли самоліт із Варшави, його посадили в Кишиньові. А от рейс в Стамбул туди і обратно авіакомпанія і вовсі відмінила по неізвісним причинам. В целом аэропорт пока работает в обычном режиме. Небольшого волнения встречающим родных в аэропорту Одессы доставил обеденный рейс МАУ из Борисполя. Он прилетел с задержкой на час. Долго ли ждали? Рейс задержали, да. Все нормально. Наверное, из-за погодных условий. Это у вас киевский рейс был? Да. Говорят, что его задержали. А из-за чего знаете? Сказали в Киеве, сказали из-за погодных условий в Одессе. Угу. Ну а здесь в Одессе пресс-служба говорит, что все в порядке, и что это вот с Киева была задержка. Вот, поэтому... А там сказали наоборот. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, 7 канал. Настоящая зима в Одессе только начинается. Холод сменился снегопадом, а вслед за пушистыми красотами на дорогах может появиться гололед. Как управлять автомобилем в сложных погодных условиях, узнавала моя коллега Мишель Арманд. Снежная зима – это не только красиво, но и аварийно опасно. Как правильно подготовить свой автомобиль и как выйти из снежного заноса, если вы в него попали, покажет наш эксперимент. Первое, что нужно уяснить любителям летней резины – зимой на дороге вам не место. Есть водители, которые в погоне за экономией средств устанавливают зимнюю резину только на одну ось – ведущую. С заднеприводными автомобилями это на грани фиаско. Водитель, видимо, забывает, что ему еще и повернуть нужно, что в итоге приводит к авариям. Опытным водителям стоит помнить, что уверенность и самоуверенность – это разные вещи, рассказывает гонщик, многократный чемпион Украины и инструктор по экстремальному вождению Игорь Старчак. В стрессовой ситуации 90% людей путают педали газа и тормоза. Отпустить газ и выкрутить руль в сторону заноса – это правило знает каждый автомобилист, за плечами которого была хотя бы одна зимовка. Однако на практике повторить эту простую истину без подготовки невозможно. Люди почти все выкручивают руль в сторону заноса. Только в момент, когда останавливается задняя ось, машина начинает ехать туда, куда стоят передние колеса, и она начинает в другую сторону. То есть любой занос – это, наверное, как и поворот. Повернули руль и выровняли прямо. А прямо руль не ставят, и в этом проблема. Важно знать, что с автомобилем будет через секунду, через две. И умение предугадывать ситуацию на дороге может спасти вам жизнь. В теории все просто, а вот на практике водитель часто впадает в состояние ступора. Вот здесь дайте полный газ. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Сбросьте газ. Поворачивайте. Вы знали, куда руль крутить? В сторону заноса знали? Вы его крутили? Нет? Подождите. Вы его крутили? Нет, ничего. Конечно. Вот состояние стопора. Вот говорил. Это оно. В экстренной ситуации тормоз тоже хороший стабилизатор, если вы начинаете терять контроль над автомобилем. Не зажимайте педаль тормоза, просто сбросьте газ. Любой занос вообще получается в торможении. Вот видите, я нажал тормоз, и автомобиль начинает заносить. Одна из главных проблем многих водителей – боязнь попасть в контрзанос. Вот он контрзанос, о котором я говорил. Вот это контрзанос, при котором выбрасывает людей в совершенно противоположную сторону. То есть мне нужно было не до конца дать машине понять, куда я хочу, и вернуться обратно. Скажите, а куда вы смотрели, куда вы падали? Вы согласны, вы туда и уехали. Да. Запомните, вы едете туда, куда вы смотрите. И не стоит слишком сильно крутить руль. Достаточно просто задавать направление движения. При сильном повороте она и вовнутрь. Начните.
можете ехать вдоль дороги, расслабьте руку, используйте ширину дороги, если там есть возможность. Еще едем прямо, сбросили газ, где будет нести мотор, да? Да. Выкрутили руль и вернули его назад. Правильно? Однако, даже когда за рулем профессионал, могут случиться неожиданные ситуации. А вы знаете, у вас дверь открыта. Главное правило езды на автомобиле в зимний период. Если вы не уверены в себе или не уверены в своем автомобиле, лучше не выезжайте на дорогу. И таким образом вы сохраните жизнь себе и окружающим. Мишель Арманд, Алексей Филиппов, 7 канал. Жители домов на Люсдорской дороге утверждают, что их стоянку хотят захватить неизвестные. Вечером в понедельник там в очередной раз произошел конфликт и потасовки. В результате пострадало 2 человека. Все видела Кристина Немченко и готова рассказать больше. Олег, не надо, Олег, пожалуйста, не надо. Посмотри, вот этот вот не русский кричит, что это самое, что у меня нож. Местные жители не пропускают группу молодых людей на стоянку. Между конфликтующими периодически возникают словесные перепалки и стычки. Люди утверждают, эту территорию пытаются захватить неизвестные. Только что на ваших глазах нам выбили часть шифера, которая ограждает автостоянку от общепридомовой территории. Какие-то представители захиста ДС и общественная организация нанимает каких-то тетушек, которые ломают и жгут. То есть попытались подбить, бьют, поломали забор, кидали какие-то взрывательные, зажгли дымовые нам дымовые завесы. Значит, все это при милиции. Дыру, которая осталась в ограждении, люди перекрыли деревянными настилами. В результате потасовки пострадало 2 человека. Среди них муж Виктории. Мой муж был в самом эпицентре, на него завалился шифер, полетели осколки, ему ударило по ноге. Значит, есть рана. Вызвали скорую помощь, которая все зафиксировала. Вот, очень высокое давление поднялось у него и болит в ногах, прихрамывает. Двум пострадавшим оказали медпомощь, они написали заявление в полицию. Почему с десяток парней пришли на эту стоянку, обещал рассказать парень в черной шапке, но ему не разрешили. А он есть юрист, он уполномочен. Он я вам подошел. Скажите, пожалуйста, вот задайте вопрос человеку. Что он здесь делает? Кто он здесь такой? Мужчины снова начинают ругаться. Что ты ломал? Вот скажи, что ты ломал? Кто тебе такой? Кто тебе позволил? Мы не будем кричать. Покажи документы. Кто ты такой вообще? Он ломает. В результате парни ушли. Все это время территорию патрулировали правоохранители с автоматами. Информации о задержанных в полиции нет. Елена Крылатова, Кристина Немченко, Виталий Кононов, 7 канал. Общедомовые приборы учета тепла должны быть установлены до 2 августа 2018 года. А для оплаты услуг ОСМД необходимо оформить специальный счет. Об этом предупреждают специалисты, комментируя закон Украины о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения. На эти услуги, что по теплу, что по воде, ОСМД должно открыть отдельный лицевой счет. И жители должны оплачивать на этот счет услуги как по теплу, так и по воде. Если не будет хватать этих денег, этому дому будет прекращаться подача услуги. Начисление производится, исходя из тарифа, утвержденного как услуга для населения за отопление 1 квадратного метра в отопительный сезон, с учетом корректировки дней подачи услуги, то есть дней предоставления услуги и температуры наружного воздуха. И еще о тепле, а точнее, где можно согреться в непогоду. В Преображенском парке волонтеры развернули палатку, где горячий чай, а также обогрев могут получить все, от случайных прохожих до бездомных. Подробности знает Мишель Арманд. В Преображенском парке установлена палатка для бездомных, однако найти укрытие в ней может любой желающий. Палатка в парке находится с воскресенья. Установили ее при помощи и поддержке известного одесского волонтера Тамерлана Банура. Валентина сирота и в палатке греется уже несколько дней. В лучшие периоды жизни она работала и даже снимала свое жилье. А сейчас женщина признается, что порой спит в парадных домов или даже на улице. Тамерлан кормит, медикаментами помогает, ребята чай варят. Кушать дают. Тепло, уютно, без проблем. Обид на них никаких нет. Слава Богу. Дай Бог им здоровья.
Господу Богу, что люди нас приняли, не оставили нас на улице. Палатки настилы из пенопласта и ДСП. В соседнем секонд-хенде волонтеры накупили дубленок. На них тепло спать. Всех желающих согревают чаем и кормят. Сутки помогаем, чем можем. Там еда, конфеты, печенье, горячий чай. Вот ребята там дровами занимаются, чтобы было тепло. Конечно, да, вот видите, мало кто еще знает, только начинаем, не хватает там теплой одежды, вот подстилок не хватает. Ну, чем можем, как говорится, начало поставлено. Только за сегодня через пункт обогрева прошло много людей. Не только бездомные, но и просто замерзшие прохожие и пожилые люди. Ну, то есть 200 человек уже прошло, даже больше 200 человек. Это буквально часа за 4. То есть приходят люди, вот, пожалуйста, вот чай там покушать, да, не вопрос. То есть все нормально. Волонтеры признаются, что за последнее время бездомных людей стало много, и с каждым годом они все моложе. Палатки в основном молодежь, но, к сожалению, сейчас бездомность – это все, вся молодежь. Стариков очень мало. Много очень женщин, много девушек. Вчера было одновременно, я насчитал, 6 женщин и один ребенок. Ребенку 6 лет. Сейчас в палатке 15 градусов, это достаточная температура для того, чтобы согреться. Однако помощь одесситов все еще необходима этим людям. Не оставайтесь безразличными. Мишель Арманд, Алексей Филиппов, 7 канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону редакции 726-32-26. Я с вами прощаюсь, увидимся завтра, а вы оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш 7 канал.